Я в очередной раз хотел бы рассказать о группе «Типичный Сампер». В этой группе вы сможете найти просто огромнейшую кучу мемов и приколов, посвященные Сампу. И также в ней проводятся различные конкурсы. Например, сейчас проходит конкурс на различные аккаунты на известных проектах Самп. Нехилых аккаунтов, я так скажу. И итоги конкурса будут совсем скоро, поэтому заходите в группу и подписывайтесь. Ссылочка есть в описании. И всем привет, друзья, с вами Бурбон, я продолжаю играть в проекте Diamond. И, ребят, сегодня я все-таки решил купить себе бизнес. У меня сейчас наличие 37к, но на банке у меня лежит немалая такая сумма в виде 1 миллиона долларов. Да, ребят, как я их заработал, вы узнаете в следующем ролике, думаю, расскажу об этом и буду заниматься бизнесменскими делами. А в этом ролике хотел бы приобрести его. Да, я, скорее всего, приобрету говёный, просто наиговнейший бизнес, которого финки, возможно, даже не никакой не будет, но, ребят, я попробую его, так сказать, поднимать с нуля. Я буду себе покупать 24/7. Ты где? Ну, блин, если я еду к Казику. Так вот, это мне сейчас звонит владелец данного бизнеса. Так вот, я буду поднимать его, возможно, с нуля. Он находится в SF, это магазин 24/7. И где именно, я не знаю, где он находится, но надеюсь, где-нибудь поближе хотя бы к автошколе, что ли. И по ГОСу его бизнес стоит, как я понимаю, там 400 с чем-то тысяч. Так, поставил новый рекорд, ну молодец. Так вот, там стоит 425, если не ошибаюсь, тысяча. Продает он его за 600 с чем-то. Но я, возможно, попытаюсь его купить чуть подешевле, то есть, опять же, сказать, ой, немножко не хватило. И, ребят, сейчас я его посадил сюда, чтобы он там сам указал дорогу, и попробуем мы сейчас приобрести бизнес, не знаю, давайте-ка спросим, какая финка у него. Так, ну, пишет, за сегодня 2к почти, а в... В среднем, какая? Сейчас почему-то у меня не отображаются мои сообщения, но он их видит. Это, наверное, какие-то проблемы с сервом, не знаю, либо с моим интернетом. Так вот, я у него спросил, что в ВК можешь там, типа, скрины показать на форуме? Так, а, он там выкладывал. Так, ты уже выложил? В общем, ребят, вот, наверное, последний раз вижу столько много денег, то есть миллион виртов, миллион баксов у меня тут. Давайте-ка сейчас снимем 590 тысяч, наверное. Так, окей, у меня получается сейчас 627, и давайте-ка вот скажем ему, чтобы вот продал нам за такую стоимость. И там он писал, ё-моё, лок, блин, слышь, ты забыл. В общем, погнали туда и, не знаю, думаю, договоримся. Ну и, короче, мы прибыли. Так, и давайте-ка, так, инфу, давайте-ка еще напишу, инфу, покажи виза. Он пишет, отдаю за 600, ну, не знаю, блин, ну, давайте-ка, что, наверное, придется делать, наверное, покупать. Давайте посмотрим, сколько у него там еще продуктов есть, тут, может, и аренда на сколько дней оплачена. Так, за 600 тысяч, Б-инфо, давайте-ка напишем Б-инфо. И что мы видим? Класс, касса 1500, тут есть цена товара 2, количество товаров. Ну, количество есть, 400, ну, не так дорого, количество дней оплаченных тоже нормально. В общем, давайте-ка напишем го за... так, давайте-ка, в общем, го за 590к. Давай вот так вот. ГОС 90, просто еще на продукты надо. И вот так вот сейчас попробуем сторговаться на 10к поменьше чуть. Ну давай, предлагай. Я думаю, он согласится, потому что это не так уж и много. Так, и вот 590к. И давайте-ка. Игрик, отлично. Купили мы бизнес, пожали руку. Спасибо, удачи. И вот так вот, удачки он мне написал. Отлично, ребят, и, возможно, я лоханулся просто как последний дурачок, не знаю. Но, быть может, я и, не знаю, попал. Ну, то есть, не знаю, особо по просах так-то не пропал. Так, я попал в видос, так, а он знает, да, попал. Попал. Отлично. Я так не знал, что он разведал, что я летсплейщик, летсплей пишу после школы. Так, он, в общем, еще пишет, можно перевод. Так, так, окей.
попробую. И я вот серьезно не знаю, возможно, пойду либо в инструктора, либо в ПД, потому что это такие две организации. В полицию, если пойду просто, чтобы тралить там, типа, всех, да, типа, там, отличный коп и так далее. Ну да, я видел в видосе. Отлично. И, в общем, давайте-ка, ребят, ну пока. Давайте напишем ему удачи. Удачи. Давайте напишем даже тебя подвести. Можешь. Так, давайте напишем. Окей. Тебя куда? Каше. Ок, окей, и давайте-ка, ребят, сейчас этого чувака подвезем. В принципе, парень достаточно неплохой, а как моя машина тут оказалась? Летела, что ли? Ну, ладно. И, не знаю, можете написать, кстати, коммент, лоханулся я или нет, купив этот бизнес, потому что, ну, не знаю. И мне кажется, что 24 на 7, он, ну, конечно, не такой прибыльный, что там сразу там 100к в день, но, не знаю, 1004-5 он приносить будет, если еще его немножко пиарить. Хотя, не знаю, опять же, стоит его пиарить или нет, потому что... На одно объявление уходит, там мой не туда поехал. Так вот, на одно объявление уходит там баксов, наверное, 300, быть может, даже чуть больше, я уж точно не помню. И поэтому есть ли в этом смысл. И хотел бы, опять же, просить вас помочь мне, если вам не очень сложно, то... Так, когда видос выйдет, давайте напишем на днях. А, короче, если надо, средняк по ГОСКе в СФ. Не, у меня эконом есть... И, в принципе, еще дом предлагает, не знаю, это его погос за 480. Ну, ладно, пока мне дом все равно не нужен такой большой, мне и мой устраивает. В общем, он вышел, все, удачи чуваку, спасибо, что бизнес продал, так как, я думаю, этот ролик посмотрит. Спасибо тебе, чувак, и не знаю, будет ли он прибыльным, либо наврал он мне, это мы уж посмотрим с вами. И находится он недалеко от мэрии, возможно, там будет закупаться... Так, какой-то еще бред мне там произошел с текстурками, ну ладно. Опять же, из-за того, что я поставил какую-то себе говеную, вообще говеную-приговеную винду, у меня сейчас даже хорошо, что не лагает, потому что, ну, мне даже сам лагает. То есть, блин, ну, характеристики моего компа и сам, там просто он на каких-нибудь ультранических ультрах мог тянуть его. А тут я не туда не мог поехал, а тут он не лагает именно из-за того, что какая-то винда говеная, и не знаю, то ли драйвера она не хочет всех этой последней версии менять. Даже скорость интернета при скачке у меня в раза, наверное, 3 меньше, чем была раньше, опять же, это не из-за интернета, это именно из-за винды, потому что интернет скорости я проверял на такая же, на прискачке. В общем, бред какой-то. Я хз, что с этим делать. И давайте-ка сейчас очень покажу вам мой бизнес, где он находится, если сам еще не забуду. Он, вроде бы вот тут находится, блин, но вместе, конечно, таком довольно-таки плохом, если честно. Его мало кто отсюда видит. Опа, чувак какой-то выбежал. Нифига себе. Отлично. Давайте даже напишем. Так, привет, привет. Как тебе магазин? Как тебе магазин? Давай-ка, так, все, мы распугали клиента. И давайте посмотрим, он Бусинос вроде посмотреть, да? Еще один чувак вышел. Серьезно, блин? Тут, потому что там еще кто-то есть. Так. Так. Да не, вроде больше никого нет. Два чувака вышел. Наверное, они друзья были, но все же. Статистика. Так, и 1605, я не помню, ничего не купили. Не знаю, тут, наверное, так не получится, если... Тут, блин, тут если, вот, доходы. И, ну, в принципе, статистика, ну, довольно-таки так средненькая, то есть тут по 1000, по 2 есть. А за сегодня он писал почти 2к, ну да, в принципе, он не обманул. Ну, ладно, ребят, в общем, буду продвигать как можно круче свой бизнес, так, он... А, похинулся, отлично, значит, 150 баксов мне сейчас должно сюда было прийти. Так, 2550, нифига себе, да-да-да, вы видели, тут обновилось, 500 баксов я заработал, ну, отлично. Пока что мне уже нравится мой бизнес, если вы хотите мне помочь, или просто, не знаю, вы будете где-нибудь недалеко, и вам нужно там будет купить какой-нибудь атрибут, тут самые дешевые цены, как я понимаю, то есть так же, как и везде, да, то есть вы сами видите, особо дорогого ничего нет, поэтому заходите, покупайте, буду только всем рад. На этом все, ребят, думаю, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.